Ладно, набери туда Наташу, хорошо? Давай сейчас. Конечно. Ну, понятное дело, что я тебе живу. Давай. Да, перекрёст тут, конечно, блин. Ну, здесь тут понятно. Не, именно тот там интересно. А, вот тот, это опасный, блин. Там не каждый знак и смотрит. На нём... Если еще не местные летят. Вот. На нем можно прямо автошколу экзамен принимать. Прямо перекрёсток... на нём. Да, перекресток проехал, а если экзамен брал. Кто кого куда должен пропускать и как, почему. Аварии постоянно, причем тяжелые. Таких мест по городу, да, по всей стране. Да, много знакомых, которые всю жизнь ездят, ни разу в аварии не были. А один есть, так он уже, наверное, раз 5 или 6 в аварии. Ну, значит, не его дело за рулем сидеть. А другие, вот у меня дядя, у него стажа получается 28 лет. Он ни разу еще не был. Единственный раз он поцарапал машину, но это еще было. Еще было. 95, наверное, бы там 95-м было сказано. Одна серьезная авария была. И, ну, я на мотоцикле был, а мне подставили с четырьмя нарушениями машины. Ну, это был 86-й год. И я загремел в больнице на 9 месяцев.